давай-ка, о, солнце мое, романтично. О, вот это я точно не умею. Ну, Вилка, постараюсь. пистолет. Что? Тетрадка, вилка, пистолет. А смотри, представь, что ты джентльмен 18, 16 века, и ты какой-нибудь даме рассказываешь романтично о том, о тетрадке, о вилке и пистолете. Давай, попробуем. А разве в Тетрадка, 16 веке были пистолет. пистолеты? Да, по-моему, в 16-м были. Ну, только порох появился, пистолеты изобрели. 16-м. Ладно. Так что... Мадмуазель, une minute pour t'apprécier. Un jour pour t'aimer. И он вient hier, день не потубли. На французском. Ты что, серьезно, реально? А вы знаете, что я сказал вообще? Что ты сказал, Но там переведи. этих слов не было, я так чисто романтичную речь толкнул. Мадемуазель, нужна минута, чтобы вас оценить. День, чтобы полюбить. И целая жизнь, чтобы забыть. Нормально? У тебя должно быть много подписчиков, потому что, ну, ты красавец, ты просто красавец, тебе столько обаяния, Честно столько... говоря, этих слов никому еще не говорил. Еще никто не заслужил такого. Но я знаю. Ничего страшного, найдется та женщина, которая заслужит этого. Только жене только можно сказать, пока что нет таких. Ну, жена же есть. Ну, жена есть. Все Жена равно. и сюда, да? Жена еще нужна, вторая жена нужна. А, подожди, а сколько ты планируешь жен? Ну, чем больше денег, тем больше жен. Максимум 4 жены можно иметь. А, это в смысле у вас там на Кавказе, да? Да, независимо от Кавказа, зависимо от религии. У нас в религии допускается 4 жен. Но многоженство у нас приветствуется. Понятно. То есть ты хочешь 4 жены, да? Ну, 4 это будет жестко для меня. Я думаю, я просто разорусь, я не успею. Хотя бы двое. А, понятно. Одна не угодила, пошел второй. Вторая не угодила, пошел первый. И тогда они как этот, две лошади, которые гоняются вместе, они будут пытаться обогнать друг друга. И лучше мне угодить. А когда одна думает, а, некуда все равно ему деваться, будет чуть буксовать. Понимаете, да? Да. Нет, я не понимаю, но нет, ты прав, по идее, Хорошо, да. смотрите, сколько в мире женщин и мужчин? 3-4 раза больше женщин, правильно? Ну да. Если вот как русские делают, если каждый возьмет себе одну жену, остальные чем будут заниматься? Гулять? Так. Одиноким будут. Так. Поэтому сделано так. Мужчина имеет право жениться на 4 жены. Если у каждого мужчины будет по 4 жены, то одиноких не останется. А, вот она как. И гулять никто из женщин не Вот. будет. Каждый Тогда будет заниматься своим. за свою независимость все-таки. Почему? Лучше пусть... Ну, нет. Ну, ты прав, что пойдет соревнование, ты прав здесь. Я не хочу участвовать в соревнованиях, я Нет, хочу не только... только соревнования, ну, никто не хочет одиноким остаться, правильно? Каждый хочет выйти замуж. Но не выходит, потому что мужчин мало, как бы, на расхват. Женщин Ну, много. мало того, что мало, они еще некоторые маменькины сынки, вторые Ну. там денег не умеют зарабатывать, третьи геи, четвертые Ну. там женаты уже, Ну пятый вот видите, стебается. тем более. Видите, сколько процентов мужчин получается просто воздух уходит. Остальные должны как-то вот максимум взять, обеспечить этих женщин, которые там тут подрабатывают неправильным Ну, образом. ты где-то прав, почему бы и нет. Ладно, у каждого, как говорится, свое, да? Да. Давай Сейчас. сейчас последнее сделаем с тобой. Это печально. Чай с Вот топлесья. я, вот я знаете, что на стриме сказал? Вот когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, я беру сразу вторую жену. А на каком канале, уточни, потому что у тебя два На канала. основном, у меня 3 канала. На основном канале, где у меня 22 тысячи. Я вчера еще Twitch канал создал. Так что у меня теперь 4 канала. На основном канале, где 22 тысячи подписчиков. Если будет 100 тысяч подписчиков, я сразу беру вторую жену.
Итак, друзья мои, подписываемся на канал кавказского стримера, чтобы он осчастливил еще одну женщину. Да. Но если мужчина умеет разговаривать на французском, умеет зарабатывать деньги, то, девчонки, вот, пожалуйста, муж. Еще есть чувство юмора, кстати. Да. Отлично. Ну, на дне что все осталось поработать, и все. Остальное нормально. Ну, ты симпатичный мужчина. Серьезно? Так, посмотрите ты... на вот это помятое лицо. Вы считаете это симпатичным? Да. Вот, так, вот так я более симпатично выгляжу. Нет, 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 нет. Так ты выглядишь для стримов, это хорошо. А в жизни ты довольно-таки симпатичный мужчина, так что не надо. Мужчина должен быть чуть страшнее обезьяны. Вернее, страшнее? Нормальное сравнение. Чуть симпатичнее обезьяны, так что не надо, ты нормальный симпатичный парень. Спасибо за комплимент. У тебя мозги и чувство юмора, слушай, это не у каждого дано, да еще умение зарабатывать. Но мозгов-то у меня, вы ошибаетесь, у меня мозгов у меня вообще, ну, мало. Ты очень умный мальчик. Да, ты серьезно? Очень умный, мальчик? Ты очень уверенный парень, ты берешь и делаешь, вот это мне в тебе нравится. По крайней мере, ты говоришь, произносишь вслух то, о чем думаешь, и это очень ценно. Все, я от тебя без ума, так что... Я сказала то, что думаю. Так, давай, спасибо. Печально. Чай, сопли, синяк, и пойдем дальше. Сопли? Чай, сопли, синяк, да. Синяк, да? Так. Да, чай, сопли, синяк. Печально, да, надо делать? Печально? Да, так. Да, печально. Уважаемая девушка, у меня текут сопли, потому что мне набили синяк. Пойдем вместе чай пить. Нормально? Ты мой гениальный актер, умница. И смотри, вот запомни одну вещь. Когда ты медленно говоришь, ты говоришь хорошо, у тебя хорошо слова проговариваются. Просто единственное, что ты обязательно сделаешь свою речь, если будешь говорить скороговорки. Бери сложные скороговорки, начинай медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. И у тебя будут звуки оттачиваться. А потом дальше, в таком случае, ты дальше будешь нормально говорить. Когда ты будешь быстро говорить, у тебя каждый звук будет слышен. Понятно это? Да. Отлично. Так, шла так. Саша по шоссе и сосала сушку. Нормально? Это не сложное. Это не сложное. Да? Вот про выдру это сложное. Так. Так. Вот, допустим, я тебе скидывал тоже, помнишь, исторически разнервничавшегося конституционалиста. Вот тебе, пожалуйста, сложная скороговорка. Это тоже нужно делать. Окей. Так. Показать без слов. Ага. Потом сейчас мы с тобой, сейчас ты мне покажешь без слов. То есть, ну, вот представь, что между нами стена стеклянная, да? Ты должен будешь сейчас попросить, то есть жестами только, попросить, чтобы я тебе принесла шапку на улицу. Вот пошел на улицу, понял. А, понял. Ты говоришь, что на балконе, а я внизу. Ты меня не слышишь, я тебе жестами показываю, правильно? Да. Чтоб я тебе вынесла шапку. Так, ну вот так все. Молодец, умничка. Так, и чтобы я дала тебе денег на мороженое. Отлично, молодец, умничка. Так, поехали дальше. Так. Ага. Ты забыл обувь, чтобы я тебе скинула обувь с балкона. А, обувь. Мне сейчас ногу показать сюда. Я не знаю, как хочешь. Ну, вот ты забыл вторую обувь, сменку. Пошел в школу и забыл, допустим. Ну, короче, показывай ногу. Забыл. Молодец, умничка, нашелся. Теперь смотри, ты болельщик на стадионе. Ага. То есть твоя задача показать, как наши забили гол. Ну, я не знаю, там какие ваши, ну, то есть за кого ты болеешь, может, ты ни за кого не болеешь, но покажи мне, вот ты болельщик на стадионе. Голосом или жестами? Можешь и со звуками, и жестами. Ура! Ага.
Полярности. Смотри, то есть мы же гол не сразу вот так вот забиваем, да? Сначала же он... До того, пока забил. Полярности. Ты как раз будешь сначала болеть, и потом вот он гол, ты дорос до этого гола, и получится полярность. Давай. Есть! Гол! Молодец! Умница, большая молодец. Так, твои сегодня победы. Победы сегодня? Ну, я научился эмоции еще менять периодически. Грустные, радостные. Первая твоя победа – это то, что ты сказал то, что ты думаешь. И мы с тобой, видишь, немножко договорились поработать по актерскому мастерству. То есть в пятницу я тебе приготовлю уже упражнение на импровизацию. Хорошо? Вот. Потому что тебе лучше будет. И в понедельник приготовлю что-нибудь. Хорошо. Вот. Так. Дальше твоя победа. Ты молодец сегодня. Сказал слово «декольте». И даже «все» сказал. Букву «я». Ты большая молодец. Поэтому у меня огромная просьба, давай мы все-таки в пятницу попробуем в недрах тундры. Сними, пожалуйста, просто три раза произнеси и вышли мне просто. А просто надо произнести или как-то... Нет, прямо каждую букву произнося. В недрах тундры, выдра в гетрах, тывят, ведра, ядра, кедров. Понял. Темп. Понятно? Темп какой? Разный или именно вот быстрый там или медленный? Как тебе удобно, главное, чтобы ты произносил каждый звук. Четко. Да. Видео или голосовой? Голосовой можешь. Хорошо, можешь знаю, в WhatsApp кину. Да, в WhatsApp прямо кинь, не проблем. В недрах тундры, выдры, гетрах, тырят, ведра, ядра, кедров. Понял? Тырят. Ведра. Там получается ведра. Ведра. Ядра кедров. То есть ядра каждый кедра. Звук, чтобы я слышала, чтобы ты сам хорошо, слышал, хорошо. Произносишь. Отлично. Благодарю тебя сегодня за занятие. Давай. Пока-пока. Ты выложишь это в YouTube или нет, этот наш урок? Да, на этот маленький канал. Потому что у тебя как-то снимается хорошо. Я получаюсь на большом экране, а ты получаешься на маленьком. Как прикольно. А у меня получается двойная. То есть с одного боку ты, с одного боку я. Странно как-то, почему-то у тебя запись лучше. Потому что я записываю через программу стримов, а вы, наверное, как-то по-другому делаете. У вас просто в скайпе внутри встроенные. Угу, поэтому всё. Я здесь могу выбирать себя большим, маленьким и так далее. Угу, поняла. Все, давай тогда до пятницы, ладно? Хорошо. Все, хорошего тебе дня. Пока-пока, жене привет.